Нюкаколы. Я сюда пришел за Нюкаколой, а не это говно выслушивать. Все, успокоились. Все можно изменить. Что можно изменить? Ну. Go on, spoil sport. Go back to working. We'll figure out how to help Travis. Come, you. Meet me in back room. We discuss plan. А кто мне Нюка-Колу-то продаст? Слышь, ты мне в прошлый раз продавала. Everyone just buys it. But we have plenty of other drinks if you're feeling brave. Так. Let's see what you have. Take a look. Спасибо. Господи. Поговорите с Вадимом. Потом. 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 Не сейчас. Логвинов упоминал в своем обзоре про диджея. Логвинов трехчасовой бред снял. А не обзор. Это называется ахинея. Так. С диджеем разберемся. Держи. Эй, Шеффилд. Кола, Нюка-Кола. Drink some water. Нюка-Кола. So thirsty. Вот это юмор. Держи. Ah, thank you. Thank you. Не могу пройти мимо человека с сушняком. Hi. Trying to take some time off over here. Так, окей, ночь наступила. Ждем до утра. Лапшички поедим пока. Откуда там русские? Ну, слушай, много русских живет в Америке, братан. Наверное, отсюда они и тут находятся. Все, рабочий день начался. Мне твое платье не нравится, цвета какие-то противные. Мухобой? Ты здесь недавно. Мухобой — часть давней традиции Diamond City. Видишь ли, весь наш город когда-то был стадионом. Тут встречались две команды и играли в игру под названием «Бейсбол». Побеждала команда, которая забивала вторую насмерть шутками под названиями биты. Чего? Это не бейсбол. О, вы посмотрите на этого умника. Если такой эксперт, расскажите мне, как на самом деле играли. Настоящие правила. Там были мячи, страйки, хоумраны, 4 базы. Очки зарабатывали игроки, которые добегали. Моя версия мне больше нравится. Мне, кстати, тоже. Если хочешь помочь спорту, то я знаю местечко с редкими довоенными вещами. Биты собирать, понятно. Понятно. Quitting is for punks. Weston had an estate not too far. Понятно. Legend says when he retired, the league presented. Короче, чувак, кто о чем-то рассказал, это реально не бейсбол, это как раз-таки рэкет. Рэкет в 90-е. Нет такого вида спорта больше. Бить друг друга битами, чтобы выжить. Не, я не хочу биты собирать, это гумознейшая фигня. Иисус, ты в порядке? Рад помочь. Вяпанс. Нет, я старичок. Окей, whatever. Well, my name's Arturo. And I sell protection if you're here to buy. Давай. Let's see what you have. Something for everyone. Боезапас. Артура зовут прям как... Не знаю, как...
какого-то Альфонса. Ну чего, я думаю, мы тебе сейчас всякого говна загоним. Так, свагодил. Во-первых, 10-миллиметровочку, во-вторых, свагодилда, в-третьих, автоматический лазерный пистолет. Потом... ППШ я, наверное, оставлю, мало ли, лазерный пистолет. Стояк оставлю пока. Тактический 10-миллиметровый, тактический тяжелый карабин — это мое любимое оружие. Принять. Где мой пес? Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, шовка. Wait there. Come on. Миниган, блин, а у него просто... Он выпил ядер-колу, гад. Я иду, брат, я иду. Arturo, you need protection. Everyone does. Спасибо всем, кто подписывается и переподписывается. Извиняюсь, что я не озвучиваю в прямом эфире, но я обязательно скажу о всех подписавшихся. Оба минигана. Хотя нет, обе пусковые остановки. Хотя нет. Оставить, что ли, миниган один? Ну, наверняка будут попадаться еще часто. Да, и ладно. Оставлю миниган и пусковую установку. Вдруг будет скопление врагов, по которым надо жахнуть. Ты потаскаешь. Я вроде покупал дофига 308-х, всего 54. Ладно. А ты чё продаёшь? Hi. You? I don't know you. Just keep your distance. One statue of David impression coming up. Good. Good. Now just answer me one simple question. Are you human? Because I will not serve a synth. No, I'm Jangles, the moon monkey. That's just what a synth would do, ducking the question. We don't serve your kind here. Чего? Hey, Myrna. I said we don't serve your kind here, you synth. Trying to tell me you're human now? Нет, я синт. Not human at all. I knew it. Get away from my stall, you synth. We don't serve you things here. Тупая китайская баба. Your... Да ладно, я человек. На самом деле, я думаю, что я синт. Почему-то мне так кажется, но я буду настаивать. А чё ты продаешь? Покажи мне, блин. Патроны есть? Не катайся рядом с... Вот корейцы так и заманивают к себе. Потом сварят из тебя суп. Так... Боезапас 308.